на Южно-Сахалинском образовательном форуме мы с партнерами Яндекс.Учебник провели проектную сессию для учителей. Проектная сессия была посвящена вопросам развития учительской компетенции, профилю учителя будущего. И, на наш взгляд, нам удалось получить обратную связь от участников, от учителей Сахалинской области. Мы смогли подобрать те инструменты, которые позволят развивать компетенции учителя будущего, прежде всего коммуникативную компетенцию, умение работать в команде. А в целом, на наш взгляд, такого рода форумы дают возможность педагогам обменяться своими идеями, сверить часы с экспертным сообществом, определить задачи не только для региональной системы образования, но и возможности ответа на те вызовы, которые сейчас стоят перед системой образования в целом. И мы очень рассчитываем на то, что партнерство конкурса «Учитель будущего», президентской платформы «Россия – страна возможностей», администрации Южно-Сахалинска и Института образовательной политики «Эврика» будет только развиваться и продолжаться.